Всем привет, это я, Джордан Пейшерс, и сегодня мы с вами применим новую корейскую масочку для лица. Название до сих пор не смог распознать, что здесь написано. Не могу перевести, а эта масочка будет с настоящим чесноком. Ядреный пипец просто. Делаем маску на мой фейс. Потребуется это мелко нарезать чеснок и положить на лицо. На самые толстые участки, не где глаза, потому что глазам будет конец. Оно все отваливается от меня, эти народные средства. Смесь корейских. Уже что-то начинает жечь. Увлажнее. Быстренько от этой масочки. По ощущениям, как будто я пытаюсь в этом месте просто прижечь свои прыщи. Хотя обещали, что кожа будет питаться всеми витаминами и на зиму. Так что не удивлюсь, если сюда нужно было втереть еще и брусничку. Засекаем 15 минут и смотрим, что с моей кожей стало. Но маска целительная. Вкусно пахнет, как в ванной. Ну что, дорогие друзья, могу вам сказать. Это прошло 15 минут ровно. Чесночок лежит. Я нехорошо, что не стал делать этот чеснок на все лицо. Я прям как видел. В общем, очень хорошо согревает. Кожа не сгорает, все нормально, все терпимо. Но такое ощущение, что надо было как раз-таки ставить для тех чеснок, у кого гайморит или насморк, или заложенность носа, потому что хорошо очень согревает кожу. Поставить сюда, например, сюда и на нос. Маска подсохла, запах у нее по-прежнему приятный, такой мыльный. Но она и подсохла, видимо, погода такая, все сухое, кожа сухая, маска тоже высохла. Теперь давайте снимать и посмотрим, что у нас там под маской. Вот он, чесночек. Народные рецепты с девушкой сегодня уже вам не целоваться. Девушкам не целоваться с мужчинами, если вы не сделали одинаковые маски. Но очень крутой рецепт. Много не надо чеснока. Но девушкам, если лицо более тонкое, кожа на лице, чем у меня, то, конечно, вообще ужас будет. Есть небольшие покраснения. Но кожа точно не сгорела. У меня вон прыщи уже 2 месяца не сходят. На прыщи надо было прижечь. Посмотрите, какие красные пятна. Точно, ребята, вам это надо. Насчет... Ужас. Я поиздевался над своим лицом, а издеваться ли вам над вашим, ну, это уже ваше, конечно, собственное дело. Но если все-таки у вас так получилось, сделайте фотографию, вышлите мне в комменты. С вами был Джордан Пэкс. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, поставьте лайк. Я буду очень рад. Удачного вам дня и хорошего настроения.